Здравствуйте, я сегодня приехала в Барселону, чтобы поддержать Украину. Сегодня День независимости Украины. Здесь сделана такая инсталляция, похожая на Холокост. Потому что Россия заняла сторону зла и занимается геноцидом украинского народа. Сколько народу пришли поддержать, и каталонцы, и разные национальности. Слушайте, я не на ту сторону пошла. Тут за Палестину. Я не за Палестину. Я с Украины. Там Палестина. Нет, мы на стороне Израиля. Еще и прибежали. Смотри-ка сюда, сволочи. Садомиты какие-то. Ну, так испортить нам все решили, сволочи. Спасибо, рука. Я за синим участием. Нашим тоже надо кричать против них. Вот. Это слабоумные люди, что ли, которые Палестину поддерживают. Палестина – террористическое государство. Как можно ее поддерживать? А чего ты им голову свернула все? А вот тут просят свободу Палестине. Ну, это правильно, свободу Палестине от ихнего руководства террористического. Вот смотрите, как они сами за себя могут постоять, а наши... Мы все скромные. Не понимаю, что они там объявили стадо Израил. Я на стороне Израиля. А, что, и за свободу Палестины от террористического руководства. Свобода Палестине тоже от... Europa patrocina! Europa patrocina! Давно еще. Europa patrocina! Израиль патрошина! Вот, блядь! Так что за херня, я ничего не понимаю. Это уже специально кто-то такое говно сделал. Не кажется, мне кажется, это подстава какая-то. Чемоданы дали Палестине.
еще в другой день не могли прийти. Сегодня день независимости Украины. Почему Палестина-то сегодня приперлась? В другой момент не могли прийти. Они уже двинулись, наконец. Нарешті наші почали. 16 побом. Все, пойдем в другое место. Мы все пошли в другое место, пошли они нахер. Другое место. Все туда пошли. Не дай бог хоть одну букву. Все, ладно. Нечего тут делать. И per fer-ho, perquè creiem que és molt important escoltar les palestines, posar en primer lloc a la seva veu, avui us farem una lectura de diferents poesies en diferents idiomes, en àrab, en català i en castellà, i també escoltarem l'àudio d'una companya que ens envia des de la Franja de Gaza i tancarem amb la lectura d'un manifest. Una vegada més agraïm a totes que seguiu a tots vosaltres, us demanem que seguim perquè sabem que el que fem funciona, que estem empenyent i estem ensenyant les vergonyes d'aquestes institucions que aquí ens rodegen, de l'Ajuntament de Barcelona i les Generalitat de Catalunya. És així que comencem. En todas las guerras hay sufrimiento. Sufren las personas más humildes, abandonadas en las fuentes de batalla. Las sufren no por la revolucionaria, aunque ellos no tengan ningún pueblo. Las sufren los pueblos voluntarios y los pueblos de la vida. Cuando vamos a descargar, que la guerra no tiene que ver. What are you looking for the general? The white for the white? Нет, конечно, не надо с Палестиной так нагадить. Героям слава! Слава нации! Смерть ворога! Украина! Ворог усе! Украина! Ворог усе! Путин! Путин! Нашим воинам тричі слава! 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 Так, як це попит палав. Що, це вже бомба? Керепас, Русія, Атрас.
Русія та Тарас. Пережити для того, щоб добитися нарешті нашої незалежності. Далі в нас є також точніше артистка, яка нам заспіває декілька пісень. В нас буде можливість для всіх вас, хто захоче вийти такий собі відкритий мікрофон. І нарешті ми зробимо невеличкий алтар. Невеличкий меморіал всім тим, хто всім загиблим на цій війні, всім постраждалим. Давайте почнемо. Так, маю сказати, що більшість мітингу, на жаль, буде для когось, на жаль, буде іспанською мовою проходити, тому що ми маємо розказати доступно іноземцям про те, що взагалі в нас коїться. І нарешті, щоб може одна людина, хоча б тут, яка проходить, замислилась над тим, що взагалі відбувається за кордоном, за кордонами Євросоюзу або за кордонами хоча б Іспанії в цілому. Зараз одну хвилинку ми уточнимо по організації, чи все готово, і будемо починати. La primera vez desde junio de 1920, ну какой-то фашистский знак, но где вы что, больные что ли? Вообще не похоже, да. Сумасшедший. Pero en el camino hacia la independencia nos enfrentamos a problemas y obstáculos. Ahora vamos a hacer un performance. La gente que tiene las banderas, por favor, más cerca por aquí. Si podéis acercarnos. Ті люди, які з плакатами, будь ласка, підійдіть. А вже ж гарно цього не видно, я буду коментувати. Це такий ми вирішили зробити невеличкий символічний перформанс для того, щоб нагадати не тільки іноземцям, а й нам ті приклади з історії, коли нам приходилось миритися з якимись реаліями, які нас втискали. Primero de todo, de modo que la autonomía quedó intercalada entre la Речь Посполита, el Imperio Otomano y el Imperio Moscovita. En el otoño de 1753, después de 4 años de negocios, el Zemskizo Wolfredo en Moscú decidió incluir el país de Kmanato en el Imperio de Moscú. Ну вот, закончился, манифестация закончилась в честь независимости Украины. Я вам хочу сказать, что я не за Украину, а я с Украиной. То есть я считаю, что Украина на стороне добра. Люди хотят жить, люди хотят строить свою страну, а наша страна, Россия, на стороне зла, потому что она убивает неповинных детей, рушит города. И я очень хочу, чтобы Украина победила это зло. И поэтому я с Украиной, я на стороне Украины, потому что Украина и Зеленский это президент мира. Зеленский сделает мир. Зеленский за мир. А наша страна за зло. И
очень страшно, что 100 люди у нас до сих пор этого не понимают. Очень страшно. Я очень счастлива, что я побыла здесь. Украинский народ очень хороший народ. Добрый, отзывчивый, работящий. Весь этот бред, который несет зомби-ящик, это на голову не натянешь, ёбнутые, у меня слов нету, когда я это слышу. Нацисты у нас сидят в Кремле. Нацисты сидят в Кремле. До свидания. Ну, почему?